Уважаемые друзья, я Амангель Диджахин, независимый кандидат в Мажилис парламент Республики Казахстан. Я хочу воспользоваться своим правом как кандидат и хочу организовать встречу со своими избирателями. Встреча состоится 4 марта в городе Акмала на набережной улице возле памятника Кенесары в 12 часов дня. На этой встрече я хочу познакомиться с вами, познакомить вас со своей программой. Вы можете задать вопросы, предложить свое видение ситуации. Также я на эту встречу приглашаю гражданина Токаева вместе с его министрами, депутатами, акимами, вместе с которыми они в один голос утверждают, что они строят какой-то новый Казахстан. Я хочу попросить их, чтобы они показали, в чем же новизна этого Казахстана. Еще они говорят, что они какое-то слышащее государство строят. Пусть они покажут этих слышащих. Так что приходите, уважаемые друзья, на эту встречу. И мы вместе будем искать пути выхода из всех наших проблем. Алга Казахстан.